Если вору лошадь нужнее, ты полагаешь, что преступник... Интересно, майор... Возможно, ты нарочно пут... Ответь на один... Если намерения были благи... Значит, в такие времена... Те, кого он спас, не согласят? Тогда... Может, хватит? Нет. Само собой. Да-да. Теперь на порку приглашают зевак? Но я не смотрел. Я человек за... Так бывает. Хозяин назначил цену. И со временем я... Так нельзя. Правда? Поговоришь? Верно. Ты за... Ты не такой, как все. Пожалуй, ты прав. Пусть так. Спасибо тебе. Мой хозяин... Скажи, ты всю жизнь... С юности. Я родился не в том месте. И ты смог купить свободу только сейчас? Скорее, нашел хозяина, который согласился на это. Зря я ему поверил. Меня лишили последней надежды. Тебя часто наказывают? Слишком часто. Что ты сделал? Не знаю точно. Может, медленно работал, не так. Я поговорю с тобой. Едва ли он... Ему придется. Ты силен. Если ищешь работу, я мог бы сделать тебя надзирателем. У меня есть работа. Я тут из-за раба, Поедона. Я не знаю их имен. Нет. Я тут вообще случайно. Это я трачу время. Ха! Давно со мной не говорили в подобном тоне. Продолжай, ты забавляешь меня. Поедон заплатил тебе. Не помню такого. Но я сегодня добрый. Окажи мне услугу, и я освобожу его. Какую? Нужно убить одну женщину. Ее семья останется без кормилицы. Но так пожелал культ космоса. Так ты член культа? Если так, тогда ты знаешь, кто я. Ты умнее, чем о тебе говорят, хозяин орла. Может, мне проще убить тебя? Проще. Но если я умру, раба не спасти. Ведь только я знаю, где его бумаги. Зачем культу ее смерть? О, извини. Не знаю. Тебе не впервой нарушать обещания. Не советую делать так в этот раз. Оглянись. У меня... Не часто члены культа... Ты ничего мне не сделаешь, если хочешь помочь этому... Как его? Мне пора идти. Убивать или нет, твой выбор.
Но если не убьешь, твой дружок останется рабом. Свобода одного, гибель другого. Алексиус, это точно был случай? А, сегодня нет. Не славно, у меня... Аттика. А! Что ты успел? О, все. Люди не равны. То есть... Я не глуп. Безусловно. Так ты признаешь, что ценность человека измеряется его... С меня достаточно. Что ж, ладно. Да, это про меня. Ступай. Взаимно, Сократ. В чем дело? Я не стану убивать, чтобы ты сделал то, что должен был сделать и так. Что ж... Ее убьет кто-то другой, а Файдон останется рабом. И я щедро награжу его за то, что потратил столько времени. Обрадуются твоей смерти. Гасите! Тушите! Ах!
Ничто не укроется от космоса.
Да, месть очень сладка. Я там оставил тебе послание. У меня хорошие предчувствия. Вернулся! А для тебя есть послание. Пришло с острова Делос. Алексиос, там один из культистов. Его имя — подарок. Читаешь чужие письма, Варнава? Подсмотрел немного. Thank you.
Всем приготовиться! Капитан! Тебе да, Геродот, культ лучше, чем кажется. Есть. В Аргаритме я нашел жрицу, которая много лет назад играла Кассандру, моей матери. Понятно, что я женщина не может. Собиралась Гиппократа за неугодные взгляды. Она? Не сможет. Но у нее много союзников. Они... повсюду. И мы найдем их. Ты нашел в Афинах то, что искал? Кое-что. Увы, при... Нелегко. Ну, уже неплохо. Теперь нам осталось лишь довериться богам, что ведут нас. Я не единственный, кто ищет мою мать. Помнишь путь, что хотел смерти отца? Они следят за мной. Да ну, они ничто! Именно так. Сейчас не время петь! Thank you.
сам занять места! Но я бы предпочел любоваться им издалека. Там что-то есть! Посейдон, помилуй! Ты боишься? Что в этом странно? Посейдон испытывает агрессию! Лучше молись Афине! Кажется, ты очень взволнован, Геродот. Мы приближаемся к одному из древнейших регионов — земле Минольти. Потрясающая, загадочная цивилизация, опередившая свое время. Может, загрянет? От их цивилизации остались лишь руины. Она была утеряна давным-давно. Но на своем пути ты нашел ответы на многие вопросы. Кто знает, вдруг ты покинул мостик! Ах!
живей! Заранее! Thank you.
дела. Hello. Не стоит здесь оставаться. Ah!
Проверит труп это или нет. Прикройте. Изыди, дитя Гефеста! Бей его! Бей! Ugh.